8 октября в Москве стартует новый поток программы развития личности для подростков 12-17 лет «Взлет». Как сообщается на официальном сайте мероприятия, программа «Взлет» — это 9 воскресных мероприятий, в рамках которых подростки смогут встретиться и пообщаться с успешными людьми, а также найти дело своей жизни и поверить в себя. Занятия будут проходить на территории завода «Арма», который находится в самом сердце столицы. На сегодняшний день на потоке осталось только 5 свободных мест. Соорганизатор 4 международных форумов «Доброволец России» Юлия Новоселова, генеральный партнер «Crowdsale Network».